что, друзья, дорога на юг. В общем, еду я до Новой Зеландии. Ой. В общем, объясняю. Я так называю место, где вот, вот это вот благодатное Симферопольское шоссе, оно обрывается, раздвояется, одна сторона уходит направо, по-моему, на ту, а налево она уходит на, соответственно, Белгород и так далее. Вот там начинаются очень выразительные такие поля. Ну, я до туда еду, чтобы встать там и почитать. Просто вот ради этого. Потому что как-то дома на сельской станции это днем как-то не так хорошо идет, я бы сказал. А вот когда ты вроде как поехал в командировку, вон, видите, какое классное возвышение. Когда ты поехал в командировку, то можно и почитать. Вот так. Как вам такая загогулина? Но мои... Какие книги-то у меня сейчас, собственно говоря, вот мой перерыв от занятий на скрипке. Значит, подруга моя Ширли Джексон, «Призрак дома на холме», я ее дочитал. Вот, недавно, на днях. Потом я прочитал «Эликсиры сатаны» Гофмана. Потом я уже вчитался, вбурился в книгу про золотоискателей, читаю Куваева «Территория». Это, конечно, безусловно, тоже, как говорится, абсолютный клад. Ну, все, возвращаясь к книжному шкафу Лапы. Книжный шкаф, короче говоря, вроде как, можно сказать, кусок материи, который может просто безгранично обогатить и усилить твою личность. Вот так. Ну, как видите, погода идеальная. 28 июня 2023 года. Как говорится, привет в другие галактики. Ведь сигнал до туда долетит. Им ничто не будет говорить. Ни эта дата, ни эта земля, ни мой голос. Тем, кто поймает этот сигнал, это ничего не будет говорить. Для них это, возможно, будет просто какой-то хаотичный набор пиканий, мигания лампочки или как-то там еще. Ну, а мы едем.